Привет, это Funky Riff Blog. Меня зовут Руслан Никитин. В этом выпуске риф в стиле афробит от повелителя грува Шона Ли. Шон Ли – один из самых неутомимых и продуктивных музыкантов современности. За свою карьеру под именем Шон Ли и Шон Ли Спинг-Понг Оркестра выпустил почти два десятка альбомов. Ли – страстный коллекционер винтажных саундтреков, что, в свою очередь, отражается в его музыке, придавая ей особую атмосферу. Одна из его пластинок получила название «Miles of Styles» – «Миля стилей». Идея альбома в том, чтобы отправить слушателя в путешествие по миру. Ли как бы берет на себя роль проводника, отправляя нас в те места, где он сам побывал или хотел бы побывать. Трек номер 4 называется «Lagos Calling», что говорит нам о том, что мы отправляемся в город Лагос, Нигерия, откуда берет свое начало стиль афробит. На сегодня это все. Подписывайтесь на мой канал и смотрите следующие выпуски. Всем пока!